когда пришел в кафе с другом, а друга забрали на интервью. Какая наглость. Прятую свет в твоих буду сила, за реку брат не складу. Ну я горят, мосты горят, если смотря, а знай, сыграму. Все серьезно? Привет. Ух ты, какой красивый свет, и ты? Смотрим на него, хорошо? Вот ты красивый, а я так, сбоку приду. Все красивые. Кто у нас здесь в студии? Катюша. Четыре года спустя. Три. Три. Спасибо. А вторую Катюшу показать? Нет, пока потом не покажем. Надо. Класс. Александр, вы сейчас так покраснеете. Переплюните платье. Может, не дашь чуть-чуть? Ходим, скитаемся. Наш прекрасный вид. И вот такой макияж у нас получился. Уже выезжаем на съемочку. Все мое. Цвет опец. Это все Настя макияж. Да. Твоя природная красота. Давай я появляюсь в кадре и бью с головы в камеру. Что мы начинаем снимать? Смотрите, что происходит. Красотка. Можно прикурить, давайте начнем снимать, давайте подстричь потом, пожалуйста, то все, начали.
Представляете вообще, вот с каким видом я сижу и наслаждаюсь тут. Саша готовит. Саша, расскажи, что ты готовишь. Да и все это для того, чтобы ты очень молодо выглядела. Ага. Еще моложе, точнее. Кальрави. Класс. Ноль калорий. Рассказывай, потому что я первый раз слышу про кальрави. Кать, ну как ты могла про это не слышать? Ты не могла не слышать про этот чудесный овощ, в котором ноль калорий, одна только клетчатка, в котором очень много витаминов, в котором ты насыщаешь. Просто прилетела веселая Катя. Я не скрою эту слабость, поцелуями усыплю обязательно. Местами все такой же невнимательный. Могу заехать на кирпич или попутать знаки указать. Резина не снашивалась, да, и вообще, чтоб ты не снашивалась. Между нами память, ну, давай, планы, как во сне, как во сне. Настать. Этим мы бьем. Да, этой мы бьем. А этим позируем. Вот этим катим. Не, этой мы бьем. Сейчас посмотрим. Вот этой мы катим, а вот этой мы фига. Детский клуб вообще. Да. Подожди. Давай. Подожди. Маленький замах и проводишь вперед. Очень большой. Молодец. Красава! Смотрим на один. Забьет. Молодец, Мишка. Забьет, не забьет, что спит? Забьет. Хорошо, не успели сказать, на что. Добрались наконец-то до отеля, но через час нам уже уходить. Тут еще какие-то милые подарочки, какой-то наряд и небольшой рум-турчик. Так, так, налево. Алин, ты в другую сторону. Кристина. Девочки, все? Уходим. Катерина. Ну и Анюта. Мы прилетели в солнечную жаркую Армению. Посмотрите, как красиво. Всех девушек у нас здесь встречают вот так вот с цветами. Очень-очень классная встреча. Николай Анатольевич, что как вам? Солнечный Ливан. Сейчас весь аэропорт. А где мы? Ты носишь? Что? Эй, иди сюда, я тебя! Ты сомневательная, я. Вы не веришь, что ты. Погнали! Ты носишь? Еще громче! Иди сюда, я тебя! Во-первых, потому что здесь очень много винишка, а во-вторых...
из-за этого мы так рано проснулись. Ну что, мы летим? Нет, это первый раз мой. Не летали ни на вертолёты, ни на аппарат. Ух ты! Мы летим! Ты тоже, что ли? У всех первый раз? Нет, разом твоим. Так, сделаю тонировочку. Холодный оттеночек, как люблю, Стадилак. Видишь, что получилось?